Всем доброго времени суток. И мы с вами сегодня обсуждаем мою нелюбимую когда-то программу Billbox. Нелюбимая она была за то, что она была очень дорогая. Я очень дорогой программой пользовался. Сделал одну игру, разместил эту игру на Google Play Market. Но в итоге я ее потерял из-за того, что манифест не был заполнен, нужен сайт. На сайте разместить манифест о том, что ты, как пользуются твои пользователи, как они будут пользоваться этой программой. Все это должно быть изложено, что она не ворует ничьи данные и так далее, и так далее. Ну вот, пришло время, после всех бесплатных ману, после всех бесплатных программ, и Роблокса, который находится впереди планеты всей, Billbox решает освободить небольшую часть себя. Но с некоторыми нюансами. Давайте перейдем, я покажу. Мы сейчас находимся в классике, то есть Billbox Classic. Это 2D программа, позволяет создавать казуалки, очень легко их делает, можно посмотреть, какие казуалки там делают люди. Некоторые казуалки, когда они еще только-только появлялись, стали топовыми, то есть вот они их сделали, они вошли в топ, все. И с тех пор особо эта ситуация не менялась. И потом разработчики сделали Billbox 3. Billbox 3, он позволяет, как видите, создавать 3D пространство. 3D пространство, но суть все та же. Видите, казуальные движения. И создавать казуальные игры только в 3D. При этом вы легко можете создавать уровень за уровнем, то есть не напрягая здесь. Я скачал сейчас Billbox 3. Про Radical Studio я пока ничего рассказывать не буду. Но студия, я вам рекомендую посмотреть, что это такое. Пока ничего не буду говорить, но если кому интересно, есть такая Radical Studio 2020. Рекомендую глянуть. Для всех, кто интересуется анимацией, программа к просмотру. Так, это мы отвлеклись. Я, по-моему, Billbox 3 не поставил. Вот Billbox 2 у меня уже стоит. Классик, который сейчас называется. Он бесплатный. Раньше была бесплатная версия, но миры были ограничены. Сейчас сняли все ограничения. Единственное, по рекламе вы не можете использовать в коммерческих целях бесплатную версию. Потом платная версия 30% от вашего дохода. И суперпрофессиональная версия, там всего 10% от вашего дохода будет уходить билбоксерам. Так, давай сразу поставим вот эту программу. Да, да, давай. И тебя тоже мы посмотрим. И тебя тоже посмотрим. Потому что вторую часть я видел, третью я не видел. Она не была бесплатной. А сейчас она тоже стала бесплатной. И мы можем ее посмотреть. Собственно, что это такое? Тут это адвенчуры, вот они, шутеры, смотри, можно создавать. Ну, диггер, это известно уже, что. Пул, драф. А сейчас посмотрим. Сделаем ланчбокс. Третью часть запустим тоже. А здесь немного больше, да, у нас вот эта вот часть выходит. Так, степ дизайн. У них неплохие уроки, я по ним обучался. Так, все на английском языке. Из игр у нас ничего нет. Мы можем нажать создать новую игру. Он нам спрашивает, да, здесь вот как раз create 2D game, create 3D game. Или использовать волшебника, wizard. Давай попробуем волшебника. Он нам спрашивает, как вы хотите видеть свою игрушечку. Мы хотим в 3D видеть. Как вы хотите, чтобы она двигалась? Я хочу вот так. First person, third person, third person, side view, back view, observer. Я не знаю, как мне хочется top-down.
Sidewave. Это платформер, да, можно типа сделать раннер. Free roaming, side scroller. Свободное, либо с... давай скроллер. А движение по экрану, да, у нас будет drag to move, time to stick. Ну, давай time to stick. Background, мы можем выбрать background, sunsense, always space, давай будет такой background. Normal, no gravity, отключено. Так, характер у нас spaceship, куб, сфера можем выбрать, да, ну машинку. Смотрите, кстати, объекты загружены из воксель, я показывал, тут конструктор есть, из вокселей делать. Ну давай машинку возьмем. А ехать она будет по дорожке у нас, орнамент, пускай елки будут, все, игра готова. Так, как мы можем здесь, вот у нас в пределах одного уровня сейчас, вот этот предел уровня, да, я могу его двигать. То есть какой длины у меня будет уровень? Окей, ну насколько я помню. Так, что-то у меня еще грузится. iOS модуль еще грузится. Угу. А мы можем нажать старт. Так, не увидеть машинку свою. А, нет, видим. Так, прыгать, прыгать она у меня может. Нет, она ничего не может. То есть она просто едет у нас в 3D. Да, как я сказал. Чтоб она у меня ехала вот так вот. Full HD. Ну-ка. Все, Full HD накрылась медным тазом. На iPhone 8 тоже, короче. А, надо перезапустить, нет? Не хочет. Не хочет она с нами дружить. Так, ладно, посмотрим, как логика у нас здесь создается. Вот это аниматор. То есть мы можем, например, анимировать елку, да? Давай покачивать будем. Так, сделаем тут запись. Modules downloads complete. Окей, спасибо, что загрузили модули. Здесь сделаем елку сюда. Здесь елку сюда. Так, тут елку вернем обратно и вот сюда. Так. И опять обратно. Ну, то есть, вот, по сути, ману, да, отчасти, чем-то похож. Чем-то. Посмотрим, что получилось. Так, елки у нас не шевелятся. Почему елки не шевелятся? Странненько. Так, ну тут она качнулась, да? А, я понял, почему она не шевелится. Она у нас не зациклена. Так, теперь. Ёлка не шевелится. Вот что значит, с третьей частью я вообще не работал. Вот, я перед вас смотрю ее впервые. Это у нас камера, да? Насколько мы видим сбоку, можно как-то передвинуть вид камеры. Можно с ней работать непосредственно. Так, выбрать камеру, например. А вот я могу так двигать, выйти из камеры. Так, старт, это у нас example, это второй уровень. То есть у нас есть старт, есть example. На example у нас с елкой вообще ничего не происходит. Ну, давай тоже запишем что-нибудь с ней. Ёлка, прыгай нам тут сюдым тудым. Так, старт, потому что мы быстро проезжаем. Давай включим, посмотрим, что у нас получилось. Так, елка вообще исчезла к херам.
Почему-то мы уехали. Ни хрена не понимать. Почему елка исчезла? Так, тут елка на месте, да? Вот у нас скакнул. И здесь исчезла. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, давай добавим уровень какой-нибудь. Уровень 2, например. Уровень 2. Acid Panel, да, я уже понял. Acid Library. Ну, можем что-нибудь добавить сюда. Ну, давай кубик добавим. Эту проект. И как нам выйти из этого? Оу. Оу. Они, кстати, используют все этот пиксельный конструктор. Очень удобно. Или у них, по-моему, в билдбоксе появился этот пиксель-конструктор. Не помню уже. У них свой там был. Пиксель-конструктор. Так. Куб. Куб мы поставим, например, сюда, да? Так, я могу его дублировать. Да, я могу Shift D сделать, и у меня будет два куба, например. Давай проверим. Так. Все, сбивает машина кубы, но у нас почему-то вот эта вот штукенция вообще ни туда и ни сюда не двигается. Стоп, а у нас уровень здесь почему развернут? Вот это линии начала уровня. Они с какого-то хера сейчас развернулись. То есть у нас, видите, сюда-туда, а теперь здесь туда-им-сюда-им. То есть у нас вот это будет на встречке. И камера как-то повернулась странно. Погоди-годи-ка. Ну все правильно, видите, я кубы поставил. Так. И мы проезжаем сквозь них. Вот так вот. Проезжаем сквозь них. То есть я, если их вместе сопоставлю, то моя машина должна в них впялиться. Ну, при перезапуске, да? Да. Тыдыщ, там елка появилась. Тыдыщ. Ну, теперь вы понимаете, как здесь уровни, да, создаются. Но 3D, по крайней мере, они сделали. Ладно. Что у нас там еще есть? Цвет. Давай поведение посмотрим. Старт, загрузка 3D уровня, загрузка у сцены. Так. А на сцене мы можем все заанимировать движение, да? Так же, как и в ману, добавить вот цвет можно. Я бы, конечно, посмотрел примеры. А вот у нас и примеры, кстати, подоспели. Они не сразу загрузились. Tutorials, templates. Видите, написано templates, можно посмотреть. А, есть пул. Даже интересно. То есть можно свой бильярд запилить. Так, спуск, машинки. Ну, машинки это классика. Вот это тоже уже классикой стало. Полеты на самолетике это еще интересно. Ну, то есть актуальность вот этих казуалок. Ну, давай адвенчуру посмотрим. Не будем это сохранять, сейчас он загрузит. Вот у нас арканоид даже есть, балл флиппер называется. И вот у нас FBX модели, да, вот как можно их загружать, посмотреть. Без шейдеров, судя по всему. Да, движение так же, как в Unity. Куе. Куе. Так. Мне надо увидеть, что является триггером здесь. То есть тут не анимация.
Дурки, ладно, окей. Кто из вас логика? Мы посмотрим 3D World. Вот логика у нас. Так, уровень представлен. Вот, да, ну, давай-ка запустим это. Посмотрим, что здесь вообще можно делать. А кнопки вообще не работают, что ли? Чем ходить-то, ё-моё? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Full HD. Персонаж у нас не двигается на обыкновенной кнопке, я уже все. Ну, это для телефонов игрышки. То есть, по идее, вот я вижу у меня вот здесь. Да. Я вижу, чем играть. Вот этим стилус. Юг. Ага, надпись появляется. I need key, чтобы выйти. Так, я могу двигать предметы. Сносить могу предметы, шкафы переворачивать, короче, всю комнату. Ладно, я уберу ключ. I got it, говорит. Я взял ключ, перевернул всю комнату. А где дверь? А, вот она, дверь. И могу выйти из двери. Ну, то есть такая технодемка. Взять ключ, это еще полбеды, да, у нас. Так, но все-таки у нас есть триггера, текст. Как они работают, блин, я не вижу. Так, текст, окей. А здесь у нас триггер ключа. If collide, видите, у нас name, if collide, сфера. Ага, воздействие, характер. Все, больше никаких денег, нигде скриптов нету. Tools, front editor, так. Та-та-та-та, animation bar. Тоже нет. Я не могу понять, как в третьей части у нас логика работает, блин. Так, характер, окей. И вкалывает сферы. Это имя у нас, да? Окей. Так, где же у нас логика? Где же ты логика? Так, ну это у нас не логика. Edit components. Ну-ка, control. Так, touch, joystick, экшены, монетизация, двенсит. Ну, что-то здесь не вижу, чтобы... Так, 3D World UI, music. Там должна типа мюзик играть. А, это у нас создание навигационных кнопок. Видите, будто у нас такие кнопки. То есть где они располагаются на экране. Короче, джойстик у нас есть очень хорошо. Элемент джойстик send J0. Так. Что есть у объектов? Bends, масса, friction, shape. Так, сфера, цилиндр, капсул, hole mesh. Скалирование, shape always visible. А, видеть shape или не видеть shape? Видимо, так. Так, дверь имеет физику кинематиков, та-та-та-та-та, куб, окей. Потом имеет коллайдер, который относится к характеру, понял, где логика.
Теперь направляемся к характеру. И Брайан Бокс, да, у нас есть? Animate Platform. А, вот управление, смотрите, сколько видов управления у нас есть. Animate, как в платформере. Keyboard Controls VASD. Mobile Control, который у нас используется в данном приложении. Keyboard Camera Controls. Вращение камеры вот так вот. Да. Movie движение. То есть объект будет двигаться. Advanced Movie двигается между чем-то. Switch Road to Movie двигается по нажатию, по-моему, переключению свитча. Step Road to Move — пошаговое движение тудым-сюдым. Господи, здесь изучать-то. Ну, думаю, сегодня так, обзорно глянем. Если будет интересно, будем разбирать этот Buildbox, третью часть. Мне вот интересно это все разобрать, потому что я его не смотрел. Health, здоровье, trial, хвост, path, movie, движение по пути. Чем-то напоминает. Damage, смотри, есть. Только куда это все тебе записывается? Смотри, у него 3D модель есть. Окей, 3D модель. Текстура. Я не понял, зачем, ну ладно. Так, ни хрена непонятно. Почему он берет ключ? Тоже, видите, характер. Относится к характеру ACID. Где же логика-то, блин? Так, ну это движение. Растягивание объекта. If Collider Key. Дверной ключ. Здесь у нас текст. Текст Door Lock. If Collider. Подожди, он. Если ключ мы тронули, он что-то здесь происходит, блин. Только не говорите, что это и есть логика. Так, старт. Дверь. Ключ, дверь. Название, видите, if collide, if collide. Странно. А где оно используется? Хуй его знает. Художник его знает. Да? Trade World UI нам не нужен. Камера мод, снэп мод. Вроде бы конструктор простой, но, блядь, с другой стороны, все позапутано. Ладно, я буду его изучать. Если вам будет интересно, пальцы вверх, мы его посмотрим вместе. Ну, в принципе, вы можете сами посмотреть обучалки. Я лишь сообщаю о том, что он стал бесплатный. О том, что пока еще здесь ни хрена непонятно. Беготня с ножами. Ну-ка, давай посмотрим леталку. Леталку посмотрим. Так, ну, примем. Окей, что там с леталкой? Ёб твою мать! О, нет, мои уши! А как лет ау? Оу! Ну, короче, я не умею играть и там на кнопке. Давай еще раз попробуем. Управляем кораблем пальцем, да?
Ах ты! Ну, в принципе, вот это интересно, да, согласен. Если такие игры можно делать, бля, это круто. А, плюс это один уровень, а там можно... Да хрена их вот так сопоставить, видите? И везде что-то там новое, 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 новое добавлять. Но я еще пока не понял, как работает логика, блин, в его. То есть я вижу вот эти все объекты. Это ассеты, которые у нас используются, да? А вот это сбоку, это зараза логика. Send path, path point, link select, import mesh, send path. Так, окей, камера у нас имеется. Space glow, space plane, наверное, ground, level selection, start. И все. А как они появляются? Понял, что за магия, блядь, в них уговорцы. Так, Space Plane есть у нас. В старте, в старте у нас есть Kill Wall. Так, убей какую-то стену, да, у нас? Что это за значок такой? Scene Path, Path Point, Scene Path, давай добавим. Путь к сцене. Нам не нужен путь к сцене. Что там еще есть? Link Select, Import Mesh, Import Asset. Так, Object можно добавлять, да, у нас. Ассеты, ну, внутренние ассеты. Интересно, вот они его освободили, да? Это окей, плеершип. Может, в тебе логика вся запрятана. Что у нас порождает? Это что такое? Контроллер. Контролер. Давай посмотрим, что там. Уй-ю-тю-дэй. Плеер Рокет. Подожди, Плеер Рокет. Understand. Вот это получается у нас отвечает за логику, да? То, что на сцене. А это тогда. Вот это то, что на сцене, это то, что за логику. Наверное. Ну давай, плеершип выберем, посмотрим, что у него есть. Кинематика. Так, event какой-то. Pause current word. Position limiter. Поставлен UI button. Fire keyboard button space. Ага. А, ну-ка, порядок, где? Погоди, погоди. Сейчас мы всех накажем. Камикадзе! Так, камикадзе, блядь. Я понял, я понял. Я все понял. Короче, у нас все управление настраивается внутри объектов, да? Вот мы смотрим текстуры, микстуры. Trial, trial. Ну, это у нас сзади trial. То есть это управление настроено кораблем. Идем дальше. Объекты. Контроллер у нас есть. Что там? Старт есть, физика. Окей. Переходим к ракетам. Так, if collide cube, collision shape, да, у нас у ракет задержка 2 минуты, animation есть, color то-то-то-то, delete, и все. Ага. А что у нас за ракеты отвечает у плеера?
Так, саунд есть. Keyboard button space, да, вот добавлено. Давай что-нибудь еще добавим. Так, где-то он здесь выбрал keyboard компоненты. А вот keyboard controls. Мы можем поставить вот так keyboard controls range. А, не-не-не-не-не, так не можем, нет. Как же ты так сделан-то? Over physic movement. Что там за space, блядь? Animate платформер. Или здесь не все компоненты, или я что-то, блядь, не въезжаю. Потому что, смотри, это же все добавлено здесь было. Вот этот трейл добавлен, да? Бесплатная версия, короче, и половины нету. Задержка добавлена, ее нету. Event добавлен, его нету. Нету, нету. Вот здесь этого нету. Этот keyboard button, видите, space. По сути, это добавлено сюда. Выбрана кнопка. То есть я это могу удалить, и он перестанет у меня стрелять. Ничего не понимаю. Так. В космосе болтаются астронавты у нас, да. Collider, sound, delay, animation. Вот пузырек. Можно нажать карандаш. Карандаш, и это нам ничего не даст. Так, ясно. Ну, сейчас вот потихонечку уже немножко вкуриваем данную программулину. Но надо смотреть по урокам. Так. Impact. Ты кто? Надписи. Так, дебрис. Это у нас то, что в нас летит. Что делает его летящим в нас? Так, ладно, у нас есть вот так, вот так. 3D World есть. 3D World UI. Так. 3D World. Вот у нас описание 3D World. В нем добавлено игрок. Так, компоненты 3D World вообще отсутствуют. Ладно, окей, компоненты камеры, да, посмотрим. Нету. У всего остального компонентов как таковых и нету. Плеершип, контроллер и все. Ладно. На этом мы закончим. Я посмотрю видеоуроки по третьей части. Вторая часть, она более проще. Ну, как проще, тоже по ней на туториалы смотреть. Ну, я в ней, по крайней мере, меньше, чем за неделю, да, сделал игру. Там был раннер, бегал такой, типа цыпленок киборг где-то на планете. Игра не сильно зашла. То есть, казуалки не так ценятся, как от них все строчат. Там, там все везде играют. Нет. Это все пиздеж. А, поэтому те казуалки, которые выбились вверх, это много рекламы было в них вложено. Их рекламировал сам Google. А на вас Google будет ложить большой болт, потому что вы деньги мне платите за рекламу. Так что вы мне интересны. Но вы можете скачать, попробовать бесплатно, в принципе, почему нет. На этом все. Всем спасибо и всем пока. Конечно, лайки вверх. И подписывайтесь на канал. Всем пока!